Привет, друзья! Золотая осень, бабье лето. Посмотрите, туманчик над речкой такой легкий. Тут легкий заморозочек такой, посмотрите, буквально где-то нолик. Там, посмотрите, какой виноград дикий этот у соседей. Просто красный, красивенный, обалдеть. И солнышко, посмотрите, какой сегодня будет день. Яркое-яркое встает солнце. Просто огромный-огромный шар. Красота неописуемая. Ой, как здорово. Кругом паутина, паутинка, паутинка. Какая красота. Не иду вам эту красоту показывать, потому что я уже иду на свою проходку в кроссовках. Они у меня такие более тканевые, поэтому сразу и промокнут. Сейчас покажу вам немножко только свою грядочку. Витаминную. Ой, смотрите, черная редька, дайкон, наверное, подрастают. А, вон дайкон уже в цвет пошел один. Салатики, укропчики, все это кушаю каждый день. Вот такая красота сегодня на улице. Ну что, друзья, давно вы со мной вместе не ходили босичком. Роса ледяная, холоднючая. Пришла со своей тренировки. И быстренько похожу и пойду готовить себе завтрак. Ой, роса холодная. Там по солнышку не походишь, там трава скошена. Будут слишком грязные ноги. Ой, какая ледяная роса. Ну, представьте, ноль на улице. Значит, и роса тоже ноль. Вон, смотрите, какой виноград у меня красивый. Надо уже его весь, наверное, срезать. А то я вон там объедаю, где достаю. Соседку угощаю. Саша как-то пёхала силой. Таки то приехал. Не, я еще тот не съел. Тоже такой едок себе. Не пойми что. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Роса холодненькая. Вот такие дела, друзья, происходят у нас тут, в нашем царстве. Так, друзья, сегодня светит солнышко, а я никак не выберусь на улицу. Потому что сегодня надо варить кашу Зарке срочно, потому что на ужин у нее нету. Добавила сюда свеклушку одну. Посмотрите, какая красивая кашка. Бурлит, варится. Так, здесь варю свеклу, чтобы сделать салатик. Это уже там на завтра. Здесь варю борщик. Еще свеклу не забрасывала. Здесь у меня варится капуста. Тыкву уже размякала. Перчик, помидорки, сельдерей, морковочка. Все-все-все. Кроме свеклы. Свеклу заброшу в самом конце. И вот сделала такой шикарный фарш, чтобы наготовить котлет. Вот. Здесь кусочек был у меня баранины маленькие, тазобедренная часть, там Алена как-то покупала, я косточку достала, косточку положила Зарке, чтобы наварчик там был, а мяско измельчила, смешала с курочкой, был половинка от грудки куриной, все это измельчила в блендере, потом измельчила капусту, морковку, лук, потом в конце взбила яйцо с овсяными хлопьями, все это добавила сюда, специи, солька. И сейчас буду лепить котлетки, обмакивать кукурузную муку и жарить вкуснейшие котлеты. И все, еды у меня будет наготовлено на несколько дней, тогда спокойно могу работать в огороде. Вот, друзья, смотрите, какой шикарный борщ получился у меня. Все отключаю. Обычно укропчик и чесночок я добавляю сразу в тарелочку. Будет шикарный у меня сегодня обед. После забрасывания свеклы буквально варю 15 минут. И получается вот такая красота. Здесь уже у меня жарятся, посмотрите, шикарные котлетки. Какая это будет вкуснятина, уже представляю. Друзья, сейчас пообедаю своим шикарным борщом и одну котлетку с домашним кетчупом. Хлебушка нет. Ну, думаю, наверное, надо постепенно отказываться от хлебушка, чтобы как-то еще удалось снизить свой вес. Я притащила шланг в теплицу и решила хотя бы чуть-чуть ее обмыть перед тем, как занести сюда капусту. Посмотрите, какая здесь жара, когда все открыто. Вон, почти около 30. И на улице жара, кстати, обалденная. Вот, друзья, смыла немного пыльцу, немного где мошки прилипшие. Обмыла, открыла все обе двери, пусть просыхает. Потом принесу сюда, положу картон. Наверх с подбонд. И сейчас пойду срезать капусту. Вот, друзья, взяла тачку, застелила.
и буду вырезать капусту. Она уже под мороз попадала, не буду ждать никаких морозов. Вон опять треснул огромный кочан, то есть уже пора давно ее убрать. Так, друзья, синяя готова, видите? Такая хорошенькая, красивенькая. Вот этот только был немножко объеден слизнями. А вот совойская тоже. Три кочана только осталось. Одна треснула, но тоже красивая. Один малюсенький, но тоже такой плотненький, хорошенький. Сейчас буду обычную срезать. Вот, друзья, и вся моя капусточка убрана. О, какая красоточка. Ну, я думаю, мне вполне хватит. Не так ее здесь много, конечно, но сколько мне ее надо тут одной. Дети ничего не берут. Наверное, принципиально, чтобы я не корячилась в огороде. Не знаю. Ну, Саша-то берет что-то в готовом виде только. На покушать. Иногда и то. Или с силой вопрешь. Вот. Так что все. Сейчас буду оборудовать ей местечко в теплице. Вот, друзья, все сложила аккуратненько. И накрыла. Ну, пока тоненькой постилочкой такой. Потому что ж большого мороза пока не предвидится. Вот такая красота у меня тут получилась. Вот, друзья, собрала листики под яблонек и грушек во дворе и положила наверх на свекольные листики, чтобы компост такой был в перемешку хорошенький. Вот, а сейчас сверху буду ложить капустные листики, хотя бы немножко, если успею, чтобы листья не разносило эти ветром, потому что уже вечер и скоро начнет темнеть. Видите, какая красота у меня тут, какие зеленые просторы. И еще травку надо погребти. Взяла грабельки. А может, и профессор приедет, который говорил, что не приедет. А сейчас сказал, вроде приедет. В общем, с этим профессором ничего не понятно. Так что вам, друзья, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!